Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Poppy Playtime Chapter 2. Мне кажется, мы уже близки к завершению. Осталась последняя игра, которая называется «Статуи». И только сейчас я обратил внимание на то, что здесь есть рисуночки, которые, возможно, интересно было бы смотреть. Мальчик маленький с буги-ботом под номером 11, или это его глаза? Он просто гуляет вместе с ним. Потом еще один мальчик, и я, и Хаги. Я и Хаги. Они гуляют вместе, хорошо. Следующий мальчик обнимает Хаги. При этом есть... Кто это? Брон? Это динозавр этот получается. Мои любимые игрушки. Буги-бот. Короче, в общем, в канале какая-то с этими игрушками происходит. Вам не кажется, что вот эта девочка, которая изображена здесь, очень похожа на аниматроника из Five Nights at Freddy's Sister Location? Ту самую дочку, которая... Я забыл... Белора, по-моему, да? Хорошо, мы все посмотрели, никаких секретов не нашли. Просто это... Ой, страшно. Перестаньте. Просто комната. С кучей... Боже! Тихо. Ты играл в это раньше? Ты очень хорош! Кажется, ты готов к финальной игре. Статуи! Да! Проследуй вниз за мамочкой в последний раз. Я надеюсь, ты провел веселый день в игровой станции. Увидимся в следующий раз. Вы же тоже слышите голос... Я забыл эту женщину. Стелла, по-моему, да? Стелла. По-моему, Стелла, да. Это же она была в предыдущем чептере. Она говорила, что вот, хотелось бы ей вернуться обратно в детство. Хотелось бы стать... Что такое? Что-то не работает. Ей бы хотелось вечно быть ребенком. Ну давай, что с тобой не так? Эта штуковина не тянется никак. Может быть, нужно две руки применить? Точняк. Раз, два. Вот так. Просто силушки побольше надо, и все. Все, уходим. Выходим отсюда и идем сюда. Навстречу финальной игре. Оу. Какая-то неприятная штука. Это же даже как игрушка выглядит неприятно. Не, ну, морда ладно такая. Оп, стоп. А, что не открыл? А. Лично не вижу проходов. Что это? Какой-то 3D-принтер? Hungry to learn. Очень хочет учиться. Он голоден. Изголодался по обучению. Вот так можно сказать. Стоп, погодите, что это? Хочешь поиграть с Пиджеем? Гусеница или мопс? Могу подать тебе все свои 400 лап. Я изголодался по вкуснейшим косточкам. А у тебя есть немного косточек для Пиджея? Вот эти последние реплики глючные. Такое ощущение, как будто в этот момент программа игрушек начинает давать сбой. Они сходят с ума. Возможно. Это я так. Что мы? Оп! Оп! Что-то надо сделать. Получается... Если мы... Смотрите. Вот сюда можно подтянуться. И вот сюда. Нет? А он так не может схватиться два раза? Почему-то. Ладно, давайте попробуем снова. Мы взяли. Поставили. Зацепились. Почему он перестает? Почему он отцепляется? Я не делал этого. То есть мы не можем зацепиться, пока она не светится. Почему он отцепляется? Я же ничего не жму. Какого фига? Стоп, тут, наверное, так и сделано, что мы должны зацепиться синей рукой. Сейчас. Делаем вот так. Погодите, мы каким-то образом забрались сюда. Что мы здесь должны сделать?
Вот мы можем пройти, получается. Точно. Надо же это все подсоединить. Окей, тут не так просто, как кажется. Цепанулись. Теперь мы можем... Хорошо. Оу! Ладно. Кажется, я понял. Давай. Подбираемся. А, нет, надо просто сделать проще. Возьмем немножко энергии. Вот сюда подключим. Поднимайся. Давай! Сволочь! Быстрей! Есть! Но что мы сделали? Музыка явно означала, что мы что-то сделали. Мы победили в чем-то. Куча лапок. Куча лапок! Куча лапок одновременно ходит. Вы слышали это? Опа! Инструкция. Добро пожаловать в статую. Эта продвинутая полоса препятствий разработана, чтобы протестировать вашу физическую выносливость и силу. Правила простые. Когда свет погаснет, вы можете двигаться через препятствие. Однако, когда свет включится, вы можете смотреть по сторонам, но не можете двигаться. Вы снова можете двигаться, когда свет опять погаснет. Любвеобильная мопсница Пиджей будет следовать за вами. Если Пиджей догонит вас, ваш тест завершен. На этом все. Удачи. В общем, это как море волнуется, раз и так далее. Опа, здрасте. Мне всегда было так грустно видеть, как детишки уходят. Они называли меня мамочкой, потому что ближе меня для них никого не было. Но они приходят ради игр. И никогда не возвращаются. Они бросили мамочку умирать в одиночестве. Мамочка этого не заслужила. Но ты работал здесь. Поэтому если кто и заслужил умереть в одиночестве, так это ты. Так, она подтвердила, что я работал здесь. Так, я могу двигаться, да? Пока свет не горит. Быстрей! А сколько дается от погрешности? Оно без остановки идет, получается, да, за мной? Без остановки. Понял. Я понял, что можно сделать. Пофигу, бежим как получается. Оно близко. Да блин, пожалуйста, выключи. Черт, как долго. Он же прямо здесь уже. Чё-то подлагивание. Есть! Ладно, я двинулся чуть-чуть. Надеюсь, они простят мне эту маленькую оплошность. Ну, да господи! Сейчас увижу его, да? Есть за что зацепиться? Нету! Черт! Не могу! Не могу встать! Ты... О-о-о! Да, черт меня! Оно близко. Ладно, не паникуй. Да блин, я не могу прыгнуть! Я не могу прыгнуть! Как здесь вязко? Получается, просто вперед, да, надо прыгать?
Оп! Давай, 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 давай! Давай! Куда мне теперь? Мне туда надо! Пофигу! Ох. Куда? Куда? Бежим отсюда! О, нет! О, нет! Что я должен сделать? Быстрее, надо найти способ выбраться! Выбраться отсюда! Нет, 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 нет! Да что мне надо сделать? Что надо нажать? Эта штука, она за мной ползет? Оу. Стоп, дырка же внизу! Господи! Есть. О, я что, я вкоцался? Ты куда убежал? Игра окончена. Ты победил. Вернись, и мамочка отдаст тебе код. Клянусь мамой. Нет, она же врет. Я знаю, что она врет. Она как GLaDOS себя ведет, прям чистая GLaDOS. Правила очень просты. Ты умираешь, а мамочка наблюдает. Вернись ко мне! Черт! Как ты смеешь ослушаться меня? Я найду тебя! Я найду тебя! А когда найду... Ты где? Вот это внезапный просто поворот. Вот этот психоз у нее жуткий, прям пипец. Окей, пойдемте наверх. Понеслась. Мне вот этого не хватало в этом чептере, знаете, чтобы за нами реально охотились. Пока что мама все время просто наблюдала, наблюдала. И только один раз она была с нами в одной комнате, это в самом начале, когда она только появилась. А потом она просто смотрела, и это было... в этом не было такого шарма, как в первой части, когда Хаги именно охотился за нами. Смотрите, кассета. Точнее, кассетный плеер, но самой кассеты-то нету. Где-то я ее упустил. Давайте посмотрим. Где-то наверняка должна быть кассета. Слушайте, это как раз-таки та самая кассета, по-моему, которую я находил, но почему-то ее у меня теперь нету. Давайте посмотрим внимательно. Сто пудов, где-то упустил. Где-то я упустил. Пока торопился. Нету. Ну ладно. Я думаю, я потом запишу видос с нахождением всех пасхалок, кассет и прочих секретов. Я думаю, нам нужно вот сюда. Итак, вращать на 90 градусов. А это можно взять? Это можно взять, и это даже можно прочитать. У мамочки длинные ноги есть уникальная способность вытягивать свои конечности на несколько сотен метров. Это также касается ее пальцев, рук, волос, шеи, талии. Она очень враждебна ко всем сотрудникам. Но в то же время она очень по-матерински и дружелюбно, тепло относится ко всем экспериментуемым. Она защищает их. Проблема. Ее враждебность стала моментально приносить проблемы. Но, возможно, есть способ поставить ее на место. Предложение. Мамочка длинные ноги будет идеально подходить для взаимодействия всех, со всеми детьми в игровой станции. В ней присутствуют материнские качества, и любой бунтующий ребенок может научиться слушать свою маму. В этом есть смысл, что если она будет видеть своих детей ежедневно, это улучшит ее поведение. И очень маловероятно, что она будет выходить из образа перед детьми. Немедленно переправьте ее в учреждение с повышенной охраной. Обработка может начинаться. А что это за water treatment? Водяная обработка? Обработка водой? Лечение водой? Значит, вращать на 90 градусов и... А, это верхушку вращать на 90 градусов и низ вращать. Давайте попробуем. А что за низ вращается? Ага, все, я понял.
Значит, нам нужно попробовать проникнуть в Game Station, правильно? Давайте спустимся, посмотрим, что там вообще из себя это представляет. Какие у нас... Опа! Что это? Тоже в крови лежит. Это так забавно одновременно выглядит. Просто я сдох! Это худший день в моей жизни. При этом он улыбается. Мы можем допрыгнуть? Мне кажется, мы спокойно можем сюда проникнуть. Упс! Ладно, зато новую реплику получим сейчас. Здесь никто... Здесь все не по своей воле. Вставай. А я по своей воле здесь? Я вообще, на самом деле, не понимаю, откуда я здесь взялся. То есть, да, я работал в этом учреждении. Зачем я сюда вернулся, непонятно. Я получил письмо и пришел. Короче, здесь все не так просто. Мы не можем просто взять и перепрыгнуть. Потому что не можем. И все. Вращая низ, мы также вращаем и вверх. Причем на... Не на 90 градусов, а на... Сколько там получается? 45. То есть, когда мы вращаем верхушку, низ не вращается. Все, это понятно. Это мы усвоили. Вот мы сделали... первую необходимую комбинацию. Возможно, нам нужно в первую очередь сюда, я так предполагаю. C2. Ну-ка, это что за пчела? Жужжать или не жужжать? Вот в чем вопрос. Ты и я, мы сжужимся вместе. Не вынуждай меня тебя жарить, я сделаю это. Тебе нужно уходить отсюда. Просто шутка, веселись. Они, в общем, здесь взяли всех животных, друг с другом смешали. Собака, гусеница... Кошка, пчела. Это очень странное сочетание. Но при этом в этом есть что-то оригинальное. О, смотрите, мы меняем здесь все. Тут сейчас будет целая куча пазлов. Что означает вот эти вот чертилки, эти царапинки? Они синие и они красные в то же время. Окей. Давайте поймем, куда нам нужно направить. Смотрите, это вверх платформу направляет. Они изначально все идут сюда. Апа, я понял. Надо, чтобы эти кролики пошли в нужное направление. Значит, вот сюда. Потом вот сюда. Правильно, давайте поднимаем. А мы можем кролика забрать? Кролик? Нет, мы не можем. Держим. Стоп. Смотрим внимательно. Ага, здесь надо изменить направление также. Вот сюда. Продолжаем наверх. Вперед! Вперед! Стоп! И вот здесь последняя у нас тема. Это... Нет, все будет падать. Значит, надо развернуть. Стрелочка вот сюда. Бо! Куда пошел? Обратно. Оу, что-то не так. Что-то мы не так сделали, что-то мы неправильно замутили. Давайте чуть пониже опустим. Стоп. Значит, смотрите, если оно вот это нажать, оно едет в ту сторону. Нам оно нафиг не надо. Нам нужно, чтобы сюда ехало. Сколько, собственно, кроликов нам нужно направить? Все? Смотрите, вот она едет. Есть! Нам нужно только одного получить, да? Да, мы забрали одного кролика. Точно нам нужно только одного? Давайте попробуем. Где тут у нас? Вот он, кролик. Сейчас давайте еще одного возьмем. Стоп! Теперь у нас два кролика. Окей. На всякий случай возьмем три.
Все. Пусть будет 3 кролика, разберемся потом, что нужно с ними сделать. Возможно, нам одного достаточно было. Ну вот этого же прям можно было бы взять. Нет? Эти условности. Окей. Теперь в эту сторону, но для этого нужно вставить игрушку кролика как раз таки. Видимо. Значит, нам нужно только вращать нижнюю. Давай. В целом, это не такая сложная загадка. Тут, в принципе, все загадки не очень сложные. Мне кажется, можно было чуть-чуть позамороченнее сделать. Вот особенно загадки с протягиванием провода. Это самое прикольное для меня здесь. Итак, давайте сканируем кролика. Да, одного было достаточно. Ну, ладно. Открывай. Открывай. Нет? А, нет, все, все окей. Оу, погодите. В какую сторону нужно идти? Мама? Мама. Так, становится жутко. Пожалуйста, разрабы, реализуйте эту функцию, чтобы за нами начали охотиться. Это же будет просто пипец. О, буги-бот! Это буги. Я реальный мальчик. Робот переходил дорогу. Его запрограммировали сделать это. Я люблю тебя. А ты меня любишь? Потанцуй со мной. Из-за кнопки мне больно. Жутко. Итак, нужно еще найти где-то красную кассету, которую я просрал. Это мы не откроем никак. Что? Что за музыка внезапная и почему? Должен сказать, что мне очень нравится музыка. Мне все время нравилась музыка в этой игре. В ней есть что-то особенное. Какая-то трагичность присутствует в ней, да? Вы слышите это? Опа, мы здесь. Пора решать загадки. Так, оп. Значит, мы упадем насмерть, да? Ага, но если мы только не вот так сделаем... Погодите, а почему ты? А почему нельзя? Ладно, нельзя так нельзя. Сюда нельзя зеленой рукой. Понятно. Окей. Цепляем. Цепляем. Что-то произошло. Что-то произошло. А что конкретно? А, здрасте. Но теперь надо каким-то образом вот эту решетку брать. О. Вот, ребята меня как будто услышали прям. Я вот, вот эти моменты с загадками мне больше всего доставляют. А что если мы можем все-таки сюда впендюрить? Нет. Помните, безопасно используйте ваш грэппэк. Как назвать его по-русски? Рукохват? Нет! Спасибо, что я держался. Спасибо, что держался. Как я мог так запороться? Давайте, раскачиваемся. Раз, два,
3, 4, 5, 6. Да твою мать! Все, я не могу выбраться теперь, ребят. Ну давай, есть! А что если туда все-таки не смерть, а туда надо? Попробуем? Извините. Есть участи похуже смерти. Вставай. Я уже начинаю сомневаться, что это говорит с нами Поппи. У меня идея, давайте вернемся назад и посмотрим, куда еще можно там было пойти. Там вроде другое положение можно было поставить эту штуку. Этот мостик. О, что-то темнота такая. Ба! Я упал сквозь мир! Вау, а это что за экран смерти? Ух ты, что-то новенькое. Что происходит? Что... Как-то это было стрёмно. Стоп, погодите, я, кажется, понял. Если я только этот столбик задеваю, то открывается вся. А если только этот? Тогда я активирую щит, я понял. Значит, нам не надо его использовать. Вот этот столб, все, его вообще не трогаем. Вставили. Ну-ка. Отлично. Ох, теперь нам нужно каким-то образом быстро донести, да? Сейчас, секундочку. Вот как-то так сделаем. Ау. Сейчас. Убираться давай. Фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу. Все, убирайся. А мы можем цепляться? Можем. Человек долго держится. О, окей. Держится, так держится. Да, блин. Нет! Нет! Какой неуклюжий. Ладно, сейчас все это сделаем. Это не про тебя. Дело не в тебе. Точнее, вставай. Ну что? Оп! И быстренько. И быстренько. И быстренько. И сюда. И есть! Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Нет-нет-нет-нет. Вот так надо сделать быстрее. Есть! Что-то замутил, кажется, да? Аль нет. Вот тут что-то должно было произойти, но я тупанул, кажется. Хоп, цепляем. Черт. Типа надо вот так было делать? Есть! Есть, успел. Сейчас что-то там включится, что-то мы... О, я понял. Быстрее. Отлично, есть прогресс. Ох. Твою мать! Неожиданно было. Нет, 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 нет. 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 Блин! Я просила тебя играть честно, но ты жуличил. Я ненавижу жуликов. Теперь мы поиграем в одну последнюю игру. Называется... Прятки! Нет! 10, 9. Черт! Нет! 7, нет! 6, а, боль! Почему я сейчас коцаюсь? Я раньше не коцался. А, нет. Нет. Пощадите меня!
Здесь, я думаю, стоит сделать перерыв. Мы продолжим обязательно в следующем эпизоде. И я думаю, что он уже уж точно будет последним. Увидимся очень скоро. Всем напоследок, Петюлю. Только не забудьте лайк поставить, мне будет очень приятно. А Петюлю готовы? Готовы, да? Хорошо. Нет, вот ты не готов. Ты не готов. Поднимай. Молодец. Всем пять!